Вперед, вперед, туда, туда. Не-не-не-не, я не пойду. В ту сторону пошли, я тебе должен кое-что показать. Топай давай. Давай. Я не пойду, я никуда не пойду, все, отстань. Да, мне нужно тебе показать то, что я построил, то, что я тебе подготовил. Топай давай вперед, что ты выпендриваешься? Опять свой троллинг там построил и хочешь надо мной шутить? Я не пойду. Никакого троллинга, только магия. Интересненько. Ты веришь в магию? Ну, можно сказать, что да, верю. А в Деда Мороза веришь? Верю. Ну, тогда это для тебя. Пошли, Катюха, пошли. Я... Ну, если там какой-то троллинг... Нету там никакого троллинга. Слушай, эта пчела, она так любит наши джакузи. Честное слово, я ее второй раз здесь спалю. Не будем мешать, пчелки. Не будем мешать. Вот. Не спрашивай, не спрашивай, что это такое, не спрашивай. Хотя нет, ты колодец. Можешь спросить. Это колодец, да. Зачем спрашивать, что это такое, если знаешь, что это такое? Подойди сюда. Главное, Йоди, не прыгай! Прыгнешь, умрешь! Это проклятый, магический священный колодец. Подойди сюда. Сюда. Так, я его построил там пару серий назад для Кати. Не я его построил, он сам построился. Вот. Короче, это не простой колодец, а это колодец желаний. Предновогодний колодец желаний. Вот в наших сериях выживания с этого момента все желания будут сбываться. Все, что тебе нужно, это просто загадать какое-то желание, кинуть туда в него одно золото, чтобы как бы засчиталось, да, твое желание. Загадать желание, и он тебе выкинет то обратно, что ты загадала. Все понятно? Ой, не знаю, не знаю. Мне ребята писали везде, спамили в личку, спамили куда только можно, чтобы я тебе не доверяла с этим колодцем. Слушай, ты давай сначала хотя бы, ну, как бы протестируй, работает он или нет. А потом делай вот эти дурацкие выводы, работает колодец или нет. А то... Ну, давай ты первый загадай. Я первый, хорошо. Тогда я выброшу... Я выброшу одно железо. Короче. Ты же сказал, золото нужно. А, ну ладно, тогда я пошел за золотом. Ну, мне-то можно железо, я мужик. Ты девушка, иди за золотом. Иди за золотом. Ну ладно, я схожу за золотом. Нет, подожди, я хочу видеть как. Давай. Хорошо, смотри. Колодец. Ну, нужно его, главное, просить. Одно железо. Я загадываю... Сюда подойди, нельзя смотреть в колодец. Сюда подойди. Я загадываю... Что бы мне загадать? Я просто не знаю даже, что мне загадать. Ну, давай загадаем... Корову. Какую корову? Ну, у нас нет коров, мы одну убили, другую грозой убила, поэтому давай корову. Новую корову. Дай мне корову, хорошо. Я не знаю, способен ли на такое колодец, чтобы корову... Ты сказал любое желание. Ну, слушай, ну если ты сейчас загадаешь тут Феррари какое-то, то... Иди за... Я за золотом. Иди сюда. Аж башка заболела. Так, подойди сюда. Говоришь, корова у нас нет. Пошли, коровушка, пошли. Это магическая корова, которая далась нам из колодца желаний. Не зря я строил колодец желаний. Ты смотри, подписчики там какие-то нашлись, которые решили Кате сказать, что колодец желаний не настоящий. Так а почему ты кинул железо и тебе все получилось, а мне надо золото? Я взяла 46 золота, пойду 46... Не надо 46, всего лишь одно золото надо выкидывать. Я мужик, поэтому мне можно железо, а ты девушка, поэтому тебе только золото. Главное, пиши вот это, что ты загадываешь. Колодец только так. Так, колодец. Я хочу... Только подожди, сначала со мной обсуди, может ли колодец это тебе выбросить или нет. Если ты честно загадаешь... Ты сказал любое желание, подожди, я хочу... Подожди, не надо наглеть, если ты сейчас загадаешь стак алмазов, это не значит, что он тебе выкинет стак алмазов. В смысле? Хорошо, я хочу...
да, чтобы загадать-то. Ну хорошо, тогда алмазные штаны. Ты сначала кинь вот это. Алмазные штаны ты хочу. Золото кинь и отойди. Кинь золото. Кинь. Кью. А? Да. Ага, и отойди. Он тебе уже что-то дал? Нет. Да. Да? Уже дал? Алмазные поножи, да, да. Ну покажи. А как так получилось? Я же еще золото не кинул. Ой! Ага, и все, сейчас умрет. Ты выплывай обратно, ты куда? Нельзя, колодец сейчас засосет тебя, да так засосет, что больше не ну, и что больше подожди, не... Подожди, там магия происходит, меня, кажется, загипнотизировала. Подожди, всё. Подожди, последний, вот еще разочек, сейчас я хочу сейчас... Ты офигела? Колодец. Я хочу, стак... Какой стак? Розовых цветов, потому что парень мой не дарит мне цветы, я хочу стак... Я тебе цветы подарил буквально полторы недели назад. Хочу стак розовых цветов, где? Слушай, отойди, я не знаю, способен ли на такое... Корова выплыла, а стак цветов не может выплыть! Отойди оттуда, не смотри в колодец! Отойди! Отойди! А ты его хорошо попросил, а стак розовых цветов, да? Опа, еще подожди, я видел там цветы под ним. Опа! Один. Да он тебе просто сказал, что ты куропатка наглая, просишь стак. Надо всего лишь по одному предмету просить. Какой стак? Хотела много розовых цветов. Все, пошли. Работает колодец? Работает. Сейчас последний загадаю. Ядрёный пельмень, да хватит уже, Кать! Все. Короче, я хочу, сейчас напишу, я хочу попугая. Какого попугая? Отойди с колодца, отойди. Слушай, вот на такое я не знаю, способен колодец или нет, но попугая, чтоб... Какой красивый! Как его приручить-то, ядрить, колотить? Семенами пшеницы. Семенами пшеницы, семена пшеницы. Нету только пшеница есть, а семена пшеницы нету. Катя, у нас три попугая, которые разрывают нам уши целыми днями. Ты еще одного хочешь? Ладно, он не прирученный, пусть летает здесь, как кошка, красивый. Красивый. Все, пошли. Ну все, последнее желание и все. Иди в задницу, не пущу никакого последнего. Все, убедилась, то что работает. Убедилась? Да. Ну все, пошли. Слушай, так скоро Новый год, уже 18 число, а у нас, посмотри. Никакого вообще украшения, кроме елки, нет. А у нас же деревня еще есть. Там вообще нифига, ни елки, ни украшений, ни игрушек, ничего. Я пошла. То есть ты предлагаешь, перед Новым годом надо обукрасить нашу вот эту деревню и наш город, чтобы здесь все было новогоднее, получается, да? Ну-ка, подойди. Че? Ну давай без вот этого ругательства. Что? Куда подойти? Подойди быстро сюда. Давай я лучше здесь постою. Хорошо. Можешь тогда оттуда объяснять мне, что там такое вдалеке? Ты про что именно? Сейчас сама узнаю. Нет, вернись обратно, Кать! Пожалуйста! Не-не-не-не-не, сейчас я быстренько посмотрю, что там у нас там, такое. Там обычный домик просто, там рыбацкий домик будущий. Давай ты не будешь смотреть. То есть ты решил вот так вот обособиться от меня, да? И жить в своем собственном доме, как на Мальдивах? Я не хотел обособ... Что, простите? Я не хотел обособиться от тебя, не хотел. Что у нас Лера делала в игре? Какая Лера? Лера 540. Какая Лера 540? Слушай, давай вернемся к дому. Это обычный рыбацкий домик, Кать. Лера 540 покинула игру. В смысле? Сейчас что-то я вообще нифига не понимаю. Да, случайно просто на сервер, наверное, кто-то зашел. Вот это. Ну, просто это подписчики, с которыми я снимаю, они тут могут заходить на сервер в любую секунду просто. Они а мне ты вот... предупреждать не хочешь? А, ну в следующий раз предупрежду, хорошо. Предупрежу. Шалкировый ящик, значит, тут 50 булыжника, 60... Дерево, просто, он у тебя под завязку забит. Ты
не хочешь вернуться, Кать, нам с тобой надо еще строить вот это. Я специально подготовил еще один шалкеровый вот этот ящик, чтобы мы сегодня обукрасили нашу деревню с тобой. Погнали. Давай, давай, давай. Ты, может быть, объяснишь, что здесь происходит? Предновогодняя магия. Все, что я могу сказать. Элеонора, Мустафа, Евпатия, Ефисима. Как его? А можно медика собрать? Можно медика? Да, подожди, собрать? подожди, перед тем, как собирать медик, надо сначала это все поджечь, а то они на тебя нападут. Ты смотри, сколько я улей здесь уже развел. Видишь? Собирай... И беспорядок развел. Тоже. Собирай медик, я тебе в этой серии кое-что покажу, для чего нужен вот этот медик. Собирай, собирай, весь собирай. Давай. У меня только одна бутылка. Ладно, тогда я соберу, у меня 15 еще. Вот так и вот так. Все замечательно. Кать, жди здесь, я сейчас приду. Жди здесь. Перед тем, как украшать наш город новогодним настроением, я возьму все бутылочки меда, которые у меня есть. И сейчас кое-что покажу Катюхе. Кать! Подойди сюда. Я тебе, помнишь, хотел в предыдущей серии кое-что показать? Именно то, для чего нужен мед. Помнишь, да? Давай, давай. Смотри, смотри, я сейчас крафчу. Ставим бутылочку. Если кто-то не знает, как это делается, делается примерно так. Ставим 4 бутылочки меда, и с этого всего у нас получается блок меда. У тебя есть еще мед? Один. Всего лишь один? Так у меня одна бутылка была. А остальное выбухало? У меня не было больше. А, выбухала и даже не поделилась. Ладно, тогда... Дай один мед вот это, дай. Ну, я хотела им позавтракать. Дай сюда. Сейчас подождем еще один, и потом я тебе кое-что покажу. Чё здесь делала Лера? Здесь не было никакой Леры. Она покинула игру. Она покинула мир этот, отойди. Ничего... Она просто зашла, она мне помогала вот это ульи разводить, пчел. Я тебе зуб даю. Попугайчик, здравствуйте, идите познакомьтесь. Пойду приручу его, ладно. О, присел на меня. И как ты его назовешь? Василисий. Василисий? Василисий. Василисий, знакомьтесь, наш новый вот этот член семьи. Я на всякий случай еще возьму сгусток слизи. Он мне тоже пригодится, чтобы кое-что сейчас скрафтить. Сейчас я тебе покажу, что скрафтить. Катюха! Пошли за мной, залезай на сарай! На сарай залезай, на сарай! То есть конюшню ты называешь теперь сараем, да? А, ну в смысле на конюшню, давай, залезай. Вот сюда я здесь еще построил небольшой такой выход прям наверх крыши. Вот сюда залезай, залезай. Ага, молодец. Я поняла все, в принципе. Что ты поняла? Почему мы с тобой не гуляем, не ходим никуда? Ты просто сидишь целыми днями и ночами в Майнкрафте что-то строишь без меня. Ну, все понятно. Ну, на самом деле, частенько именно так и бывает. Но, как бы, Кать, не суть, не суть. Смотри. Так, берем, и давай кварцевый блок вот так возьмем. Ага, вот это заберем. Короче, Катюха, у тебя, наверное, есть вопрос, да? У тебя есть вопрос? У меня есть вопрос. Какой вопрос у тебя? Если я с попугаем на плече спрыгну с крыльями и полечу, он со мной вместе полетит? Нет, я сомневаюсь, что это работает именно так. Отойди. Сейчас я тебе продемонстрирую, как работает вот этот медовый блок. Вот примерно вот... Ай, собака. Сломай! О, вот так, все, подожди. Стой там на крыше. Вот так. И ничего не делай, пожалуйста. Никуда не уходи, пока я тебе не скажу, хорошо? Сейчас ставим сюда вот этот блок слизи. Вот так. Стой там, ничего не делай. Сейчас поднимусь обратно. Короче, смотри. Блок слизи. С этого обновления работает как паркур ма... Я вижу, у вас там своя атмосфера, да? Продолжай. Ага. Блок вот этой слизи работает как какая-то паркур-машина. То есть ты по нему можешь... как это? Дуримондовская. Залезай обратно. Короче, смотри, что я могу сделать. Я могу безопасно скользить по блокам меда и не умирать. Смотри. Раз, два, три. Ну, понятно. Опа! Замедленная падение. Он же липкий. Он же липкий. Подожди. Сейчас давай прыгай и скользи просто по нему, и потом попади на блок слизи.
Слушай, Кать, ты все в этой жизни делаешь не так, как надо. Ты можешь скользить, а не нажимать два раза пробел, чтобы лететь в блок. Давай еще раз. Да ё, просто... А Лизавета там вообще живая? Не отвлекайся, давай залезай на сарай, конюшню! Подойди к краю. Закрой глаза. Ладно, давай еще раз залезай обратно. Ёж. Ты сказал подойти к краю! Подойди к краю, но не прыгай, а просто подойди к краю, Кать! К краю самому подойди. Еще край. Еще к краю подойди. Еще немножко. Это край? Еще немножко. Вот так, все, стоп. Заново. Я подошла, как ты сказал, еще чуть-чуть, но там уже больше некуда. Давай еще раз. Сейчас берешь, прыгаешь на эти блоки и просто давишь клавишу вперед, чтобы на них зацепиться, чтобы скользить по ним. И после этого прыгаешь на слаймовый блок, чтобы не отбить себе задницу. Все понятно? W два раза, или пробел два раза, или ничего два раза не надо нажимать. Просто вперед прыгаешь на эти блоки, все. С пробелом? Да, с пробелом, прыгать же через пробел. Хорошо. Давай. Вот так! Наконец-то! О, здравствуйте, попугайчик. Получилось? Получилось, молодец. Видишь, как работают вот эти медовые блоки? Я так и знала, но они... Ой, они же липкие. Ну, конечно, поэтому они служат нам как паркур. Все, это можно забирать. Достать вот тот последний блок, Кать. Доставай. Ты ля какая умная, нафиг. Давай, выбрасывай. Нет, это мое. Отдай Ладно. Так. Что у нас следующее по плану идет? Я сейчас загадываю желание в колодец. Я хочу, чтобы у нас здесь... Не-не-не-не-не-не, ночью колодец не работает. Тут уже вечер, у него отдых тоже есть, как бы. Всего лишь дневной лимит это 3-4 желания. Больше он не будет работать, Кать. Вообще-то в прошлый раз мы тоже ночью загадывали желание. А, ну сейчас другая ночь. Сейчас... Нет, Кать, поверь мне на слово, сейчас он работать не будет. Вот сейчас почему-то... Я хочу снеговика! Ну так я тебе сам построю снеговика! Подойди сюда, не надо переутруждать колодец. У него там технически пока что неполадки. Что-то мне кажется, что у нашего колодца есть... имя. А, и как женское вы... такое. Как? Заканчивается на ра, начинается на ле. Рале? Рале. Начинается на ле, заканчивается на ра. Лера. Я, честно, я не знаю, если ты уже сама дала колодцу какое-то имя, значит, это уже твои вот эти там прибамбасы в голове. Хорошо, хочешь снеговика, будь тебе снеговик. Только... А, подожди, я не тот блок ставлю. Только пообещай то, что в следующей серии мы с тобой полностью украсим всю нашу деревню и украсим еще нашу вот ту другую деревню жителями. Да, без проблем, давай, я согласна. Все тогда хорошо, тогда ты заслужила снеговика. Ставим вот это, вырезанную тыкву. Вуаля! Я тоже хочу построить снеговика, держи, сама, дай. Хорошо. Держи снежные блоки и держи тогда тыковку. Вот так, держи, все, строй. Ну ты, Эдуард, конечно, чики-бамбони. Кого? Ты где слова такие выучила? Чики-бамбони. И чё это за... Скажи мне, пожалуйста, а? Куда ты пошел? Скажи, это разве похоже на тебя, на второго? Это на твоего близнеца? Это снеговик, просто надо сделать вот так. Ну я хотела! Хорошо! Ладно, все, держи, делай сама, ёханый бабай! Заколебало, все, держи последнего, третьего снеговика, делай, давай! Ты такой чики-бамбони просто. А ты чики-бамкатя тогда. Ножницы, прошу. Давай я лучше вырежу, хорошо? Нет! Ну да, пошел! Все хорошо, давай вырезай. Ага, молодец, все. У нас есть... И на кой черт нам три снеговика? Я не знаю, на кой черт нам три снеговика. Ага, да, давай в джакузи, да. А что вас всех так тянет в это джакузи? Вот ты, молодая женщина летающая, вылези оттуда. Вот так, вот сюда. Иди работай. Ты 3 дня здесь уже в джакузи залипаешь. Иди и работай. Элеонора! Слушай, у меня такой вопрос. Он случайно не растает, если он туда шандарахнет? Давай проверим. Давай проверим. Давай. А он не хочет туда. Он не хочет туда. Давай его заставим тогда. Не, вообще никак. Вообще, молодой человек, залезьте в джакузи. Джакузи, залезьте. Давай я с одной стороны толкаю, ты с другой. Давай. Давай.
Ага, ну ладно. Ну не хочешь, ну не надо, зато мы с Катей сюда залезли. Вот да. Именно. Пузырики по жопе пошли, все хорошо, массажик вот так в прямом эфире, прям сейчас. Мне пофиг, что ты там говоришь, выходной у колодца, ночью нельзя загадывать желание, я загадываю желание. Итак, кидаю золото. Пишу. Колодец. Нет. Ц. Я хочу, чтобы те, кто не подписан на канал, взяли и подписались прямо сейчас. Прямо сейчас. Ну, я сомневаюсь в том, что колодец может выполнить такое желание, но зато я знаю, кто может выполнить такое желание. Кто? Ты. Вот. Я? Ну, не ты в смысле, а он или она. Вот. Колодец вряд ли может такие желания выполнять, но зато реально, если ты не подписан, выполни желание, Катя. Подпишись на канал, чтобы у нас скоро было 5 миллионов, Катюх. Уже? Уже. Поэтому будь лучше, чем колодец Лера. Подпишись на канал, чтобы выполнить желание Кати и мое тоже. Слушай, мне кажется, только мы такие люди на этой планете, которые могут дать имя колодцу, да? Да, особенно Лера 540. Да, Лера 540. Хорошее имя для колодца.